вам есть что ему сказать? И вы говорите, что вы устали от этой жизни. Как мне не удивительно, я современные сценарии не очень люблю. А этот сценарий мне понравился. В нем есть боль. Боль человеческая. Он очень жизненный. Он очень современный, во-первых. Он как будто вот взят картинка с улицы. Оттуда, 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 оттуда. Понимаете, вот в чем его, по сути дела, достоинство этого сценария. Он не придуманный. Он взят из жизни. И когда, скажем, начали, после этого довольно-таки после 15 секунд пауза будет, после этого начинаем. Начали. Когда начали первые пробы, по сути дела, я был немножко в панике. Потому что я совсем другого представлял человека. Мне казалось, что дед очень, ну как бы сказать, он с каким-то волевым прессингом, что очень довольно жестокий дед. Айк меня как раз вот направил по тому пути, когда человек мудрый, спокойный, проживший жизнь, все понимающий, что будет впереди, что сейчас происходит, почему происходит. Камера. Несмотря на то, что Айк молодой совершенно режиссер, но я столкнулся с человеком, обладающим колоссальным опытом режиссуры, с актером. Он интересно, он точно совершенно дает актеру манок, и уже понимаешь, что он хочет от тебя. Да, насчет вашей фразы, она должна быть... Вы его слушаете, меня висите, ждете, не смотрите, когда он начинает говорить, вы поворачиваетесь и смотрите на него. Вы чуть удивлены, что он это сказал. Даже рады. Театр – это другое. Это когда мы собираемся, команда, понимаете? И мы договариваемся, о чем мы говорим зрителю. Это самое главное в театре. В кино этого нет. В кино все одиночки, по сути дела.